А вот какой ценой этот мир может быть достигнут? Это очень важный вопрос. Вот как вы это понимаете? Вот мы должны отдать эти территории? Или вот закон об особом статусе Донбасса, который был принят, сейчас многие говорят о том, что он будет отменен. Кстати, вы тоже его, может быть, прокомментируете, да? Вот что есть на сегодня решением? Что такое мир любой ценой? История знает, когда уступками и диалогом, переговорами достигались и решались глобальные вопросы, и в том числе останавливались очень большие конфликты и большие потери человеческих жизней. Сегодня я думаю, что не все сделано для того, чтобы найти и прекратить кровопролитие. Сегодня, ну, я думаю, что страдает только украинский народ.